Sautakin unahu nyt viä. Почти полтора века назад он причалил к далеким берегам на северо-востоке Новой Гвинеи, куда до этого еще не ступала нога белого человека. Миклуха Маклай был первым. Между собой аборигены называли его Тамо Рус, русский человек, или же Карам Тамо, человек с Луны. Маклай, I'm me Tokyo, I'm good plowman. Only looking most of them good plowman. Na I'm man, you know, save rousy mol man, only come long him. All same, only talk, all same long him. I'm moon man, yeah. I'm white, night you looking moon, I'm white. That's all same, no talk, all same, come down long, moon, all same, na. I'm a display kind passing. One bell, na display kind passing, yeah. I'm kissing me come long here. Yeah. Na em want them to you lipu mosem na holy holy mosem em moon man long tok place holy tok osem agam tamo na em got sample this for kind person belong and not them now yeah em me fourth fifth generation me got this person me say like him man two em got person belong hope man long kishim usatu satikam long long way up you know sabe em sabe kishimo long namel long kurenduk place. Больше чем в 10 тысячах километров от Папуа-Новой Гвинеи в России, в Санкт-Петербурге, откуда отправлялся в дальние странствия великий ученый и путешественник, живет его потомок. И его тоже зовут Николай Николаевич Миклуха Маклай. Я двоюродный праправнук тому самому великому Николаю Николаевичу Миклухе Маклаю. И у нас две ветки родственников. Есть австралийская ветка. Это от его сыновей Александра и Владимира, которых супруга Маргарет увезла в Австралию после его смерти. И вторая ветка от старшего брата Сергея. Это российская ветка. И я полный тезка Николаю Николаевичу. И, конечно же, имею полную ответственность за то, чтобы продолжать его дело и рассказать молодому поколению о его деяниях, для того, чтобы память о нем сохранилась и в будущем, и сейчас. Будущий знаменитый путешественник и этнограф родился 17 июля 1846 года в деревне Языково-Рождественское Новгородской губернии в дворянской семье. У него было еще три брата и сестра. Усадьба, как и старинное село в его прежнем виде, не сохранились до наших дней. Памятник Николаю Николаевичу Миклухе Маклаю установлен в расположенном неподалеку городке Акуловка. Там в день рождения ученого ежегодно празднуют День этнографа и устраивают маклаевские чтения, на которые съезжаются потомки путешественника, этнографы, краеведы, писатели и журналисты, а также гости и жители города. В местной школе о великом земляке знает каждый ученик. Раскроешь дневник этот каменным веком, вдохнет на тебя от гвинейских предгорий. Ты здесь первобытным пройдешь человеком, поспишь у костра на пороге истории. Добрые и бесхитростные дети природы, с иголкой, с кости, с дубовой мотыгой, воочию видишь, как жили народы, до каменном веке, без рабского пути. Сам Николай Николаевич Миклуха Маклай поначалу учился дома, а после семья переехала в Санкт-Петербург, и он стал учеником второй Санкт-Петербургской гимназии. За такими столами и такими скамьями сидели тогда ученики гимназии. Будущий ученый поступил в гимназию вместе с братом Сергеем в 1859 году. Николаю было тогда 13 лет. У нескольких поколений школьников отважный путешественник с необычной фамилией был символом далеких странствий. А что знают о нем сегодня люди, не связанные с местами его жизни или обучения? Каких русских путешественников вы знаете? Сходу не скажу. Афанасий Никитин. Конюхов. Этот Гук. Ну, да.
подумать, конечно. Пржевальский? Да много очень было. Лазарев, Беллинсгаузен. Ну, первый школьный – это Миклуха Маклай. А имя Миклуха Маклай вам что-нибудь говорит? Или нет? Миклуха Маклай. Говорит, но я не помню, что он открыл. Да, я слышал имя, как слышал, на слуху, а как сказать тоже не смогу, наверное. Ну, да, он тоже путешественник, но, к сожалению, у меня о нем ничего не помню. Это тоже русский путешественник, я просто забыл про него. Ну да, я знаю. Имя говорит, был такой русский путешественник. Я не занимался этими изучением его биографии, поэтому сказать трудно. Что слышал о таком? Просто имя и фамилию. Ну, по-моему, он жил долго среди этих папуасов. То есть он был такой, ну, настоящий этнограф. Он считал, что народ можно понять только живя с этим народом и перенимая его традиции и культуру. Вот это я про него знаю. Мы знали о Николае Николаевиче из книжек, из школьной программы, из фильмов. За последние 30 лет практически ничего не делалось для того, чтобы сохранить памятник о Николае Николаевиче. И только лишь благодаря старшему поколению, которое передавало молодому поколению, есть еще веточка и память о нем. Так вот, в моей ответственности, в ответственности старшего поколения, передавать знания о том, что у нас есть действительно в России те люди, на которых можно равняться, те люди, на которых действительно были раньше ориентиры и на примере которых воспитывались целые поколения. К 170-летию со дня рождения Миклуха Маклая в петербургской штаб-квартире Русского географического общества прошла выставка, посвященная жизни и научной работе великого путешественника. Посетители могли увидеть фотографии, экспедиционные дневники Миклуха Маклая, а также его уникальные рисунки. Эти талантливые и точные зарисовки для науки оказались не менее важны, чем его записи. Любовь к рисованию Николаю Николаевичу еще в детстве привил его отец Николай Ильич, который был начальником петербургской пассажирской станции Петербурга-Московской железной дороги и одновременно начальником Николаевского, ныне Московского вокзала. Будущий путешественник даже хотел поступать в Академию художеств, но его мягко отговорила мать. Когда юноше исполнилось 17, он поступил в Петербургский университет, откуда был позднее исключен за участие в студенческом движении. Вместе с братом Сергеем он даже успел в качестве арестанта провести 3 дня в Петропавловской крепости. Дальнейшее образование Миклуха Маклай получал в Гейдельбергском, Лейпцигском и Йенском университетах. Он посещал лекции знаменитого Эрнста Геккеля, тогда еще молодого профессора зоологии. Именно с этим преподавателем, с этим знаменитым немецким ученым, Николай Николаевич совершает свое первое путешествие на Канарские острова. Изначально Николай Николаевич занимался изучением зоологии и медицины, в частности зоологии. На Канарских островах он открыл новый вид морских губок. И после публикации этой работы как раз и появилась та самая знаменитая приставка к его фамилии – Миклуха Маклай. Фамилия Миклуха была у казака, который взял в плен в битве при Желтых водах Микаэля Маклея. Это шотландский барон, который воевал на стороне поляков и который осел у казаков, женившись на казачке Миклуха и взяв эту фамилию. До Николая Николаевича Миклуха Маклая мы использовали фамилию, все наши предки использовали фамилию Миклуха. Но в связи с его частыми переездами и поездками за границу он добавил фамилию Маклей. Так и появилась Миклуха Маклай. Экспедиция на Канарские острова произвела на молодого ученого огромное впечатление. Его охватила жажда странствий и открытий. Приехав в Россию, молодым, талантливым, известным европейским ученым, получив, так сказать, европейское мировое признание, Николай Николаевич подает в Русское географическое общество проект о посещении Новой Гвинеи. Надо сказать, что Русское географическое общество не было согласно с таким проектом по той простой причине, что по уставу общества нужно было заниматься изучением России либо сопредельных с Россией государств. Вот. Никакая Новая Гвинея, естественно, не входила в сферу интересов Русского географического общества. Но Миклуха Маклай продолжал добиваться своей цели, получая аудиенции у великих князей. В итоге ему дали небольшую денежную субсидию в Императорском русском географическом обществе, и великий князь Константин Николаевич повелел принять путешественника на борт корвета «Витязь». Когда он отправлялся в свое путешествие, одна из просьб у него была к
князю, великому князю Константину, к тому, чтобы корабль зашел через год, забрать его дневники. О том, что он сможет вернуться, даже не было и мысли. Миклуха Маклай одним из первых выдвинул теорию о равенстве рас, и им двигала благородная цель – доказать, что папуасы являются не промежуточным звеном в эволюции человека, как многие считали тогда, а такими же Homo sapiens, как и европейцы. И вот в 1870 году военный корвет «Витязь», на борту которого находился 24-летний ученый Миклуха Маклай, отправился к берегам Новой Гвинеи. Они вышли из Кронштадта и, двигаясь через Данию, Германию, Бельгию, Нидерланды и Англию, вышли к острову Мадейра, а затем к островам Зеленого мыса. Миновали Рио-де-Жанейро, Магелланов пролив, остров Пасхи, остров Таити, острова Самоа, остров Ратума и Новую Ирландию, и, наконец, на 316-й день плавания корабль достиг Новой Гвинеи. Это произошло 19 сентября 1871 года. С палубы «Витязя» молодой ученый увидел горы, окутанные облаками. Под ними чернел густой тропический лес, подступающий к океану. Деревья, обвитые лианами, опускали свою листву до поверхности воды. В этот день написаны первые строки одной из замечательных в истории человечества книг – знаменитого дневника Миклуха Маклая. Течение было попутное, и мы хорошо подвигались вперед. Часу во втором корвет «Витязь» настолько приблизился к берегу Новой Гвинеи, что можно было видеть характерные черты страны. На вершинах гор лежали густые массы облаков. В двух местах на берегу виднелся дым, свидетельствовавший о присутствии человека. Позади год плавания, и вот мы приближаемся к самым отдаленным и самым опасным для исследователя островам Тихого океана, лежащим между Индией и Австралией, и к самому крупному из них – Новой Гвинеи, с ее непроходимыми джунглями, неприступными горами, диким населением, принадлежащим к папуасской расе, которая стоит якобы ближе к животным, нежели к людям, изучению первобытного народа и всего, что окружает его – я и хочу посвятить свои силы. В 1984 году в Русском географическом обществе я с моей бабушкой Кариной Викторовной впервые посмотрел фильм с Юрием Мефодьевичем Соломиным, в котором он сыграл роль Миклуха Маклая. Конечно же, было потрясающее ощущение, как он оказался на берегу Маклая и все это визуализировал в своей картине. Я никогда не мог подумать, что буду дружен с ним и общаться. И откровенно хочу вам сказать, что он действительно настоящий Миклуха Маклая смог донести до людей, как было трудно и какой героический подвиг сделал этот великий наш русский путешественник. К вам можно? Да, привет. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Главный герой, Юрий Соломин, сыгравший знаменитого путешественника, был и режиссером этой картины. Для него Миклуха Маклай с самого детства стал настоящим героем, который навсегда запал в душу. Вдохновила вот память, чтобы осталась память об этом человеке больше, чем он известен даже по книгам. Понимаете? Все это, мне кажется, что память о таких людях, она, раз есть памятники, есть музей, есть институты, да, есть, мне кажется, чтобы это было бы интереснее. Мне кажется, что для ребят, школьников, это было бы очень интересно. Мне очень жаль, что я теряю такого пассажира. И вдвойне жаль, что теряю такого соотечественника. Похоже, вы хороните меня. Да. То, что вы совершаете, самоубийство. Возьмите хоть оружие. Нет. У меня был уклон на вот этих моряков военных, которые смотрят на уход этого человека. Если бы я уходил в лес, туда, в горы, там, это одно. Но когда они прощаются, и он поворачивается, и они смотрят, и долго смотрят на него, понимая, что он может не вернуться. Вот я этим ребятам, актерам, я очень благодарен за это. Казалось бы.
Там играть нечего. А есть что играть. Игорь Михайлович, а что за корабль был, который подходил к берегу Маклая? «Парусник, товарищ». Он во многих фильмах снимался. Это такой, так сказать, имеющий большую очень ценность, особенно когда снимаются общие планы. Хотя он, вот снимали, это ялтинская студия помогала снимать. Берег Маклая был берег Черного моря. И я говорю, что все это мы снимали в парке. Ялтинском. Там очень много снято. Почти полтора века назад о жизни этого народа не знал никто. Остров оставался загадочным и малоизученным. Матросы помогли построить для ученого хижину и перевезли туда все необходимое. Экипаж корвета «Витязь» готовился к отплытию. 27 сентября 1871 года Миклуха Маклай передал для семьи прощальную записку. «Милая, дорогая мать и сестра, я у моей цели. Остаюсь на год в Новой Гвинее. Труда будет много, но надеюсь на успех. До свидания и не забывайте». В фильме герой Юрия Соломина отказался взять хотя бы пистолет. На самом деле оружие у путешественника было, но Миклуха Маклай был убежден, что в этом совершенно неизведанном месте ему помогут скорее не оружие, а уважение и дружелюбие, понимание и доверие. Он запишет в дневнике: «Моя сила должна заключаться в спокойствии и терпении». Уже в первый день после высадки на берег Миклуха Маклай встретился с папуасом, которому суждено было сыграть особую роль. Имя Туй стало поистине историческим и неизменно употребляется рядом с именем Миклуха Маклая. Папуас этот был среднего роста, темно-шоколадного цвета, с матово-черными, курчавыми, как у негра, короткими волосами, широким сплюснутым носом, глазами, выглядывавшими из-под нависших надбровных дуг, с большим ртом. Хорошо сложен, с достаточно развитой мускулатурой. Выражение лица первого моего знакомца показалось мне довольно симпатичным. Туй – это первый папуас, который увидел белого человека, который встретил Миклуха Маклая и подумал, что это человек с Луны или лунный человек, как они говорили. И именно Туй был первым другом. Об этом передает и семья Туя в дальнейшем, эту историю о том, как они дружили с Маклаем, как они его защищали и как он защищал их. Первое октября 1871 года стал особенным днем для Маклая. Он нанес первый визит в деревню. Я вошел на площадку. Группа вооруженных копьями людей стояла посередине. Ни женщин, ни детей не было. Они, вероятно, попрятались. Увидев меня, несколько копий были подняты, и некоторые из туземцев приняли очень воинственную позу, как бы готовясь пустить копье. Несколько стрел папуасы в итоге выпустили, совсем рядом с Миклуха Маклаем, и пытливо смотрели на него, изучая реакцию. Путешественник же высмотрел место в тени, притащил туда новую циновку, с удовольствием растянулся на ней и уснул. Мигим ногат на олег сутимем. Ол сутимем я. Ол сутикам на эмсили болзем на мамбуикам антап на этблон и таптам блотем на эмикам абрусим на эмиго. Если вспомнить, как он вошел в деревню и лег во время того, как все ожидали, что он выхватит револьвер, лег посреди деревни, и все смогли его и заснул. Это ж какое мужество было. Он подумал, ну что ж, смерть, если может ко мне прийти, то она одна. И они не стали убивать его. Они стали рассматривать, изучать, кто же это такой. Когда увидели, что он абсолютно их не боится, они зауважали. Я много раз замечал, что туземцам очень нравился мой образ действий. Они видели, что я поступаю с ними открыто и не желаю видеть больше, чем они хотят мне показать. Они прятали всегда женщин, потому что женщины для них – это действительно самое ценное. Так вот он для того, чтобы не пугать их, свистел специально перед входом в деревню.
Миклуха Маклай быстро подружился с жителями деревень Гаренду, Бонгу и Гумбу и дни напролет собирал материал для своих исследований. К тому времени в европейских учебниках по антропологии утверждалось, будто папуасскую расу отличает пучкообразный характер волосяной растительности на голове. Ученый был убежден, что это чепуха. Миклуха Маклаю удалось тщательно обследовать голову короткостриженного 9-летнего мальчика из деревни Бонгу и даже нарисовать ее. После ухода гостей Маклай сделал запись, вносившую полную ясность в проблему, так занимавшую ученый мир. Волосы растут не группами или пучками, совершенно одинаково, как и у нас. Это для многих, может быть, кажущееся очень незначительное наблюдение привело в приятное расположение духа. Через 3 месяца он уже мог разговаривать с папуасами, но нужен был еще какой-то внешний толчок, чтобы совершился окончательный перелом в отношениях. Февральским днем на друга Миклуха Маклая Туя из деревни Гаренду обрушилось дерево и сильно ранило его голову. Маклай неустанно приходил и делал Тую перевязки, что окончательно сблизило его с жителями деревни. Степень доверия к Миклуха Маклаю возросла настолько, что женщины больше не прятались, когда тот приходил в деревню. А место, где жил путешественник, все называли не иначе, как «берег Маклая». Николаю Николаевичу, конечно, предлагали жен. Это для них было важно. Они хотели породниться с ним, потому что тот клан, который породнится с Маклаем, станет самым сильным, ведь Маклай – это сверхчеловек, может быть, даже не человек, а божество. No good me play no give him Mary or Narapla line by give him. All same no me play make him Mary. Young play nice play Mary me play make him. Na all I give him him no Maklai talk. No, me no come long this play. Маклай ответил, что это моя сестра, и я ни на ком не женюсь. Это успокоило папуасов, потому что если они знали, что он ни на ком не женится, значит, тогда никто из кланов, никто из селений не станет самым сильным. Рассказы о человеке с Луны переходили из деревни в деревню, преодолевая языковые и племенные барьеры. Папуасы верили, что если Маклай рассердится, то может поджечь море. Основанием для такого верования явился случай, специально разыгранный путешественником. Он подлил в блюдце со спиртом немного воды и зажег спирт. Слава шла впереди Маклая, а он продолжал исследовать горные селения, возвращаясь оттуда с большим количеством рисунков, дневниковых записей и самых разных экспонатов, а его пребывание в деревнях оставляло добрую память. А между тем час возвращения настал. 19 декабря 1872 года на остров прибыл клипер «Изумруд», посланный русским правительством на поиски путешественника. Когда «Изумруд» вошел в бухту Стрелябия, то перед взором русских моряков предстало удивительное зрелище. Развивался русский флаг. На лодке был русский ученый, сильный, схудавший, в истрепанной одежде, но при этом он очень свободно разговаривал с папуасами на местном языке. Папуасы его прекрасно понимали, он с ними типа попрощался и обещал непременно вернуться. Плавание было долгим. Клипер прошел через острова Тернате, Тидоре, Сулавеси до Манилы, где Миклуха Маклай успел еще подняться в горы и пожить среди негритосов Лусона, а затем через Гонконг и Сингапур корабль доплыл до острова Ява. После того, как Миклуха Маклай оказался на Яве, он, во-первых, немножко поправил свое здоровье, а во-вторых, определился со своими планами. Он понимал, что теперь главной задачей его является изучение антропологических и культурных особенностей как папуасов, так и в целом народов Меланезии.
Для своей второй экспедиции на Новую Гвинею Миклухо Маклай выбрал берег Папуа-Кавиай, составлявший небольшую часть юго-западного побережья острова. Сюда было сравнительно несложно добраться. 20 дней пароходом до острова Амбон, а затем на небольшом местном судне через ряд островов до мыса Айва на берегу Папуа-Кавиай. 8 марта 1874 года он записал в дневнике: «Наконец-то могу сказать, что я снова житель Новой Гвинеи». Цивилизация Папуа-Кавиай добралась в извращенном виде. Грабежи, насилие, желание заработать денег, работорговля – это то, что, с чем столкнулся Николай Николаевич, и то, что видел в тот же период, когда на берегу Маклая было все совсем по-другому. Миклухо Маклай на себе испытал последствия разбойничьего налета. Пока он совершал экскурсию вглубь острова, вооруженная группа папуасов напала на его хижину, разграбила ее, а также убила и ранила несколько человек. Маклай нашел разбойника, связал и отвез арестованного для того, чтобы его судили. В конце 1874 года Миклухо Маклай отправился в экспедицию вокруг Малаккского полуострова на поиски народа Аран-Утан. Самое пристальное внимание он уделял антропологическим наблюдениям и лингвистическим исследованиям. Страницы его путевых дневников пополнились новыми записями и новыми рисунками. В начале 1876 года Миклухо Маклай принял решение еще раз посетить свой берег. Торговая шхуна «Sea Bird» заходила с товарами на острова Микронезии и Меланезии. Он успел изучить жизнь островитян Сьяб и Палау, пока, наконец, не увидел знакомые очертания залива Астролябия. Жители берега не забыли Маклая, а приезд его встретили как должное. Обещал вернуться и вернулся. Он с первого дня окунулся в работу, несмотря на приступы лихорадки, которая мучила его долгие годы. Ученый исследовал все новые места острова, не только общаясь со всеми как с братьями, но и помогая предотвратить межплеменную вражду. Междоусобные войны были важным элементом общественной жизни папуасов не только на берегу Маклая, но и в других районах Новой Гвинеи. И, разумеется, Миклухо Маклай с этим явлением столкнулся и пытался всеми силами мешать подобным событиям. Поскольку было сделать это очень сложно, то Николай Николаевич прибег к хитрости. Он сказал, что если папуасы двух деревень начнут вражды, будут воевать, убивать друг друга, то их постигнет страшная кара. Папуасы поверили ему и подумали, что если действительно они будут воевать, то слова Миклухо Маклая сбудутся, их постигнет кара в виде страшного землетрясения. 6 ноября 1877 года на шхуне Flower of Yarrow Миклухо Маклай во второй раз покинул свой берег. Он оставил вещи, дом, огород и был уверен, что со временем вернется сюда на более длинный срок. А пока, после нескольких месяцев в Сингапуре, его ждал Сидней. Недостаток финансовых средств не позволил Миклухо Маклаю вернуться в Россию. В Австралии председатель Линнеевского общества Нового Южного Уэльса Уильям Маклей помог Миклухо Маклаю реализовать высказанную им идею строительства морской биологической станции. Ее построили в заливе Уотсон-Бэй. Но не только наука отныне интересовала Николая Николаевича. Здесь, в Сиднее, он нашел свою любовь. В Австралии он познакомился с молодой женщиной, 25-летней вдовой, Маргарет Робертсон Кларк. И он сделал ей предложение руки и сердца. И, в общем-то, Маргарет была согласна, а семья категорически против. Во-первых, потому что Маргарет была протестантка, а Николай Николаевич православный. Маргарет была дочкой вице-губернатора одной из австралийских провинций, а Николай Николаевич, несмотря на то, что он русский потомственный дворянин, все-таки, скажем так, был без кола, без двора. Ну и самая главная причина. Дело в том, что Маргарет имела вдовий пенсион. То есть каждый месяц, каждый год ей выплачивалась определенная сумма денег. И как только она вторично выходила замуж, этого пенсиона она лишалась. И таким образом этих денег лишалась семья. Маргарет и Николай Миклухо Маклай не теряли веры однажды все-таки пожениться. Она была готова ждать его из любых странствий.
С 1879 по 1881 Николай Николаевич предпринял новые длительные путешествия по Океании. И в который раз путешественник убеждался, что полевая работа дает куда более верное представление о людях, нежели чтение всей накопившейся литературы. После Соломоновых островов он миновал южное побережье Новой Гвинеи и в 1881 году вернулся в Сидней. Приобщение к повседневной жизни народов Океании, возможность запечатлеть их быт вылилась в новые заметки, наблюдения и рисунки. В феврале 1882 года на судах «Вестник», «Азия» и «Петр Великий» Николай Николаевич Миклухо-Маклай отбыл из Австралии в Сингапур, чтобы оттуда отправиться в Европу и затем к родным берегам. «Буду в Кронштадте, вероятно, в конце июля», сообщает он в письме к младшему брату Михаилу. В 1882 году Николай Николаевич после 12 лет путешествий возвращался в Россию. С огромным багажом знаний и с огромным количеством коллекций, которые он хотел передать именно в Россию. По пути он выступал и в Европе. Даже английское королевское общество предложило ему издать его дневники и дать деньги на экспедицию. Но он сказал, что я служу не только науке, а еще и своему отечеству. Новое путешествие началось в 1883-м. Путь Миклухо-Маклая лежал в Гаагу, Париж, Лондон, Геную. Из Порт-Саида на пароходе он добрался до Батавии, а оттуда на русском корвете «Скобелев» прибыл и высадился в заливе Астролябия. Николай Николаевич был на берегу Маклая трижды. Всего там провел 30 месяцев, но в третий раз был всего 6 дней. Но именно во время третьего пребывания он привез папуазам подарки в качестве бычка и коз. Бычок был очень странным животным для папуасов, они думали, что это большая свинья. Они его сильно испугались, и он убежал в лес. Но до сих пор он является частью их преданий. Эта земля стала по-настоящему родной для путешественника. Однако пора было возвращаться. Утром 23 марта ученый в последний раз полюбовался на берега Новой Гвинеи, и корабль ушел в открытое море. Он направлялся в Сидней к Маргарет. В 1884 году для Николая Николаевича закончились годы неустроенности. Он решил жениться, и жениться на Маргарет Робертсон-Кларк, дочери генерал-губернатора из штата Южный Уэльс, достаточно высокопоставленного человека в Австралии. Семья Маргарет была протестантами, а Николай Николаевич православный. И жениться можно было только по протестантскому обычаю. И это условие поставил сэр Робертсон, отец Маргарет. А Николаю Николаевичу пришлось получить разрешение от Святейшего Синода и от императора для того, чтобы этот брак состоялся. В 1886 году путешественник вновь отправился в Россию с огромным багажом и обширной программой действий. Через Александрию, Одессу, Ялту, Малин, где навестил мать, до Петербурга. Важность трудов Миклухо-Маклая признавал русский писатель Лев Толстой. «Вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек, в общение с которым можно и должно входить только с добром и истиной, а не с пушками и водкой». В 1887 году Миклухо-Маклай вновь отправился в Австралию, намереваясь сразу же вернуться в Россию с женой и сыновьями. Он снова миновал Одессу, Александрию, добрался до Сиднея и через Геную и Вену вернулся в Петербург. Сохранилось письмо Маргарет, которая ждала приезда мужа за ней в Австралию, исполненное любви и ожидания встречи. «Я чувствую себя такой счастливой при мысли увидеть тебя. Еще не могу это представить себе ясно и чувствую себя взволнованной с самого утра. Я буду совершенно готова уехать с тобой, когда ты захочешь». Ну вот она, улица Галерная. Именно здесь последний год жил Николай Николаевич с супругой Маргарет. И мне очень повезло, потому что меня встречает Лев Ульфович. Здравствуйте, Николай Николаевич. Именно вы сегодня мне и обещали рассказать. Конечно. Пройдемте. Прошу вас. Как раз по этим ступеням и поднимался Николай Николаевич к себе. А вот и он.
Действительно, перед нами прелестное полотно современного автора, которое изображает троих самых выдающихся жильцов этого старинного дома в Галерной улице. Александра Сергеевича Пушкина, Николая Николаевича Михлуха-Маклая-старшего и Петра Петровича Шиловского. Ну вот и дверь, я так понимаю, в квартиру Николая Николаевича. Да, Николай Николаевич, совершенно верно. Николай Николаевич старший поселился здесь в июле 1887 года, после того, как перевез из Сиднея свою семью. То есть супругу, леди Маргарет, сыновей, и вот здесь проходили, ну, к сожалению, последние, но, можно сказать, семейно счастливые месяцы его жизни. Сейчас в доме на Галерной отель. И это один из гостиничных номеров. У каждого, кому доведется поселиться именно здесь, есть возможность ощутить атмосферу дома, где жил великий ученый и путешественник. С историей семьи Миклуха-Маклая связано сразу несколько знаковых мест в Петербурге. Нас, посмотрите, просто окружают достопримечательности, прямо или косвенно, связанные как с жизнью и деятельностью Николая Николаевича Миклуха-Маклая-старшего, так и со всей вашей Николая Николаевича семьей. Ну вот хотя бы, в непосредственном соседстве с домом Николая Николаевича жил Отто фон Бисмарк. Обратите внимание на даты, естественно, в это время Николай Николаевич-старший был еще воспитанником второй петербургской гимназии, которая до сих пор стоит в Казанской улице. Ну а Бисмарк был тогда молод, занимал должность посланника прусского короля при дворе российского императора. Много позже, когда Отто фон Бисмарк был уже железным канцлером Германии, Николай Николаевич обратился к нему с письмом, в котором возражал против колонизации берега Маклая Германской империи, учитывая еще и настроение аборигенов, папуасов. Недалеко от дома, где провел последние свои месяцы Миклуха-Маклай, тоже на Галерной, жил и знаменитый русский медик Сергей Боткин. 19 февраля 1888 года он госпитализировал ученого в свою клинику. Боткин лечил Николая Николаевича Миклуха-Маклая-старшего от тропических заболеваний, которые тогда медицины были совершенно не изучены, между нами говоря, и по сей день не во всем поставлены точки. Но профессор Боткин применял все возможные достижения медицины того времени, лечил Николая Николаевича и водными процедурами, и электрическим током, и, возможно, в какой-то мере ему и помог, к сожалению, не смог его спасти. На то была другая причина. Значительно позднее удалось выяснить, что у великого ученого образовалась раковая опухоль. Он умер в Петербурге в 42 года. Николай Николаевич похоронен на литераторских мостках вместе со своим отцом Николаем Ильичем и его сестрой. Именно там, на литераторских мостках, его могила с надписью от его супруги, которую расшифровали только в конце 20 века. А ничего, кроме смерти, не разлучит нас. И знак «М» and «М», перечеркнутые две буквы «М», которыми он подписывал свои дневники. Лишь спустя столетие после того, как Миклуха-Маклай впервые ступил на папуасскую землю, в Новую Гвинею были отправлены советские экспедиции – в 1971 и 1977 годах. Я иду к Даниилу Давыдовичу Тумаркину, он был уже на берегу Маклая, и я надеюсь узнать у него об этой встрече, его впечатлении, потому что мне это очень важно. Даниил Давыдович, очень рад вас видеть. Спасибо, что вы нашли время. И я рад вас видеть. Представляйтесь. Спасибо большое. Вы расскажете мне сегодня о вашей экспедиции, о путешествии на берег Маклая? Охотно. Даниил Давидович Тумаркин – советский и российский ученый, специалист в области этнографии и истории Океании. Именно он возглавлял этнографические отряды экспедиций в 1971 и 1977 годах на Новую Гвинею. В 1971 году научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев» вышло из Владивостока, дошло до Сингапура, миновало экватор и прибыло в Новую Гвинею. Дорога заняла почти месяц, и, наконец, шлюпка с отрядом из 7 человек подплыла к берегу Маклая.
На берегу собралась уже довольно большая толпа. Они с большим удивлением смотрели на огромный белый пароход, которого раньше в этих водах не было. Вид у них был довольно угрюмый. Но когда мы подъехали к берегу, я закричал на языке бонгу, который я изучился по дневникам Микуха Маклая. «О таму, кае, каабатэра, симу». Это значит: «О, люди, здравствуйте, мы с вами братья». И эти слова произвели огромное впечатление. Они заулыбались, пригласили нас высадиться. И так началось наше пребывание. Папуасы помнили, кто такой Маклай. И когда участники экспедиции сообщили им, что они из Тай Маклай, то есть из деревни Маклая, это растопило недоверие местных жителей. Они с радостью рассказывали о своей жизни, буднях и праздниках. Когда сели на корабль и поплыли обратно, мы выяснили, что очень много еще осталось неизученного, что необходимо продолжить эти исследования. Их удалось сделать через 6 лет, в 1977 году. Нас встретили уже как старых знакомых. За это время Папуа Новая Гвинея получила независимость. И теперь это уже была не колония, а независимое государство. Мысль о том, чтобы побывать на Новой Гвинее, она возникла с самого детства, конечно. А уже осознание того, что нужно там побывать и что это возможно, только во взрослом возрасте. Папуа Новая Гвинея, вообще остров Новая Гвинея, был дальше, чем Луна, дальше, чем космос. Было понятно, что нужно было сделать в Советском Союзе, чтобы полететь в космос. Нужно было стать космонавтом. А вот что нужно сделать, чтобы оказаться в Новой Гвинее, с учетом того, что там была экспедиция только на столетие, всего лишь несколько дней, было непонятно абсолютно. Есть ли какая-то функция у наследников? Есть ли какая-то миссия? Знаете, я сам с собой об этом часто говорю, потому что и у меня иногда возникает ощущение, что если ты ощущаешь себя наследником, а именно ощущаешь, потому что далеко не каждый носитель фамилии, той или иной крупной, значительной, готов тратить свои силы, энергию на какие-то, так сказать, небытовые цели. Вот я иногда ощущаю себя и говорю об этом со своим старшим сыном, как и как бегуна, и как эстафетную палочку одновременно. Ты должен и бежать сам, и хорошо передать эстафету дальше. Я собрал потомков Семена Тиншанского, Крузенштерна, Рикарда, потому что мне важно их мнение. Это люди, которые хранят традиции, передают их с поколения в поколение в своей семье и стараются сделать что-то не только для себя, а и для всего человечества, благодаря тому, что им есть чем поделиться. Задача потомков знаменитых людей, в том числе путешественников 19 и начала 20 века, состоит в том, чтобы из небытия многое вытащить то, что было забыто в советское время про них. Я родился через 102 года после высадки Николая Николаевича на остров Новая Гвинея, ровно 20 сентября он высадился, а у меня день рождения 20 сентября. Понятно, что с детства меня постоянно спрашивали, когда же ты поедешь на Новую Гвинею. Я вам откровенно скажу, было легче уже поехать, чем отвечать, почему я туда не еду. Подготовка к экспедиции 21 века началась. Потомку великого путешественника важно было не просто добраться до далекой Папуа-Новой Гвинеи, а наладить взаимодействие между двумя странами. Сравнить современную жизнь с дневниковыми записями ученого. И, наконец, вернуть память об этих местах всем, кто когда-то в детстве зачитывался книгами о путешественнике Миклуха Маклая. А ты знаешь, кто такие путешественники? Я знаю. Это которые путешествуют по всяким городам и странам. А ты знаешь, где живут папуасы? Папуа. А как они выглядят? Они все черные и они бегают. Какая у них одежда? Ну, листики. Они ходят в юбочках и у них тоненькие волосы. Тоненькие волосы, да? Да. А почему у них тоненькие волосы? Чтобы не было жарко. Живут они в Новой Гвинее, это называется остров такой. Еще называется остров Тихий океан. Это, наверное, потому что он тихий, называли его так.
А что ты знаешь о путешественнике по фамилии Микуха Маклай? Ну, он тоже много путешествовал. Он может быть биологом, антропологом и может быть путешественником. А папуасы его любят? Да. А почему? Потому что он с ними подружился. Тем временем, вторая петербургская гимназия решила подготовить свое послание папуасам с берега Маклая, и дети приступили к изучению языка деревни Бонгу. Адниди Генаруэ, я хочу к вам приехать. Вот тут вот мы и возьмем землю и привезем на берег Маклая. Я думаю, Николай Николаевич, когда здесь родился, и думать не мог, что почти через 150 лет будут не то, что его помнить в языке рождественском, а будут помнить во всем мире и почитать, и вести эту землю, где, может быть, он клал куличи и играл на остров Новая Гвинея. Я вижу в этой экспедиции еще очень большой такой просветительский потенциал, потому что пребывание русских на Новой Гвинее – это своего рода продолжение той традиции, которую заложил Миклухо Маклай. Вы знаете, когда в XIX веке, например, корабли русского флота посещали всякие далекие края, то это называлось «показать русский флаг». А вот эта экспедиция своего рода покажет современный российский флаг, то есть что сохраняется преемственность традиции в изучении этих территорий, в дружеском отношении русских к коренному населению Океании. Это, по-моему, очень важно, и мне остается только пожелать от души успеха этой экспедиции. Всем привет! Это мои самые дорогие люди провожают меня. Мы тут сейчас вот тут с Никитком. Никиток, покажи сюда, пожалуйста. Вот. Я иду, еще не знаю, что я папу провожаю. Но я провожаю в экспедицию. Экспедиция, в которую папа идет. Наконец, наша экспедиция Миклухо Маклай, 21 век, берег Маклая, прошла регистрацию. И мы сейчас отправляемся в самолет и вылетаем на берег Маклая в Папуа Новая Гвинея. Сели в самолет и отправляемся в Абу-Даби, а далее в Сидней. В Сидней у нас будет пересадка, и мы приземлимся в Папуа Новой Гвинее 13 числа в 16 часов. Вот Игорь Чининов занимается у нас изучением материальной культуры. Хозяйственного уклада. Да, скажите, зачем вы туда едете, Игорь? Изучать состояние материальной культуры, хозяйственного уклада бонгуанцев в настоящее время. Посмотреть, насколько серьезные инновации затронут регион. С тех пор, как 40 лет назад там была советская экспедиция. Ну, вы видите, серьезный подход, ни капли шутки, в глазах серьезный настрой. И вот у нас выступает еще и кунсткамера. Кунсткамера, наверное, еще более серьезный настрой. Посмотрим, так ли это. Арина Лебедева. Здравствуйте, дорогие друзья. Я сотрудник Музея антропологии и этнографии Российской академии наук, больше известный как кунсткамера. Первый раз я в своей графической работе отправляюсь на берег Маклая и буду очень рада, мне будет очень интересно посмотреть на современное состояние культуры папуасов, на то, что изменилось со времен Маклая, также со времен советской экспедиции, о которой упоминал Игорь, и посмотреть, какие инновации жизнь принесла в культуру. Впервые я узнал о Миклухо Маклае еще в школьные годы, как и многие мои сверстники, читал популярные книжки детские и узнал, что был такой великий русский путешественник и исследователь. Тогда меня поразили его приключения. Я решил во что бы то ни стало познакомиться с ним ближе, особенно с тем миром, который он изучал. Ну что, мы теперь в самолете, летим в Абу-Даби. И самое приятное, что когда нас видят вот с таким логотипом, спрашивают, куда же вы летите. Когда мы рассказываем о том, что летим к папуасам на берег Маклая, это вызывает удивление. Марина как раз удивилась тому, куда мы решили забраться и с кем мы решили познакомиться, и что мы решили рассказать. Марина, два слова. Ребята, вы очень клевые, вы очень отчаянные и очень редкие. И вообще спасибо вам огромное, что вы делаете такие вещи, потому что не каждый решится поехать к папуасам. Мы будем очень ждать новостей, ваших фотоотчетов, видеоотчетов. И дай бог вам удачи.
Николай Николаевич Миклухо-Маклай добирался до берегов Новой Гвинеи целых 10 месяцев. А мы планировали добраться до берега Маклая всего за 2 дня. Однако в Сиднее все наши планы рухнули. Ну и что, кто мог представить, чтобы мы, подготовив экспедицию в течение года, смогли не попасть на рейс Air New Guinea, который ожидает нас в Порт-Морсби. Ну вот как, в итоге мы сейчас сидим в Сиднее, в аэропорту, и ждем и решаем ситуацию, как нам добраться до Папуа-Новой Гвинеи любым путем, как можно быстрее. Проблема заключалась в том, что у нас оказалась просроченная виза, при этом подписи всех, каких возможно, только людей там. И мы, разумеется, стали им звонить, но дело в том, что 6 утра, в Москве 22, там 6, и нам ни до кого не дозвониться. Вот 2 часа прошло, в 8 часов все откликнулись, все абсолютно решили наши вопросы. Сейчас думаем, как нам добраться. К счастью, благодаря стараниям Николая Николаевича, визу, новую визу в Папуа-Новую Гвинею удалось получить всего за несколько часов. Однако вылететь в Порт-Морсби мы все равно не смогли. Наша экспедиция стартовала в воскресенье, 10 сентября. Сегодня 15 число, и мы еще в Брисбене, в Австралии. К сожалению, мы не добрались пока до острова Новая Гвинея, но сегодня мы получили все необходимые документы и визы для того, чтобы буквально через час оказаться на борту Air New Guinea, для того, чтобы потом быть долгожданной Папуа Новой Гвинеи. Ребят, наконец мы стоим в аэропорту Папуа-Новой Гвинеи, Порт-Морсби, столица. И буквально вот сейчас стоим на регистрации для того, чтобы полететь в Маданг. После чего буквально небольшой переход на яхте, и мы окажемся на берегу Маклая. Наше путешествие началось 10 сентября, сегодня 16-е, день независимости, когда вся страна празднует этот день, все праздничные, довольные, счастливые. Мы надеемся сегодня отпраздновать вместе с местными жителями этот праздник. От волнения я не спал трое суток. Когда добрался до Новой Гвинеи, понял, что теперь можно спокойно вздохнуть и заснуть крепким сном. В итоге, вместо 2,5 дней дорога к берегу Маклая продлилась до 6. Из Санкт-Петербурга через Москву путешественники долетели до Абу-Даби и Сиднея, затем попали в Брисбен, оттуда в Порт-Морсби и, наконец, в город Маданг, расположенный в заливе Астролябия. После того, как наша экспедиция прибыла в Маданг, нас встретил сэр Питер Бартер, это друг Николая Николаевича, который помогал ему организовывать эту экспедицию. И на его большом моторном судне мы пошли вдоль берега Маклая к мысу Гарагаси. Мне очень повезло. Во время подготовки к экспедиции, буквально за несколько месяцев до нашего отправления, я познакомился с сэром Питером Бартером, человеком, который очень болеет и за русскую культуру, и за русскую историю. Он сохраняет мемориал и даже вложил свои деньги для того, чтобы сохранить берег Маклая и то место, где стояла хижина Маклая. И мне повезло, потому что именно он, и благодаря ему состоялась эта экспедиция. Вообще, откровенно сказать, его помощь была не только его. Мне кажется, что мне Маклай-старший помогал. Он мне его послал для того, чтобы это все произошло. По-другому не могло быть. Переход на белоснежном корабле сэра Питера Бартера занял около 1,5 часов. После полудня участники экспедиции наконец увидели тот самый берег, к которому когда-то впервые причалил знаменитый путешественник, к берегу, который теперь носит его имя. Гостей не просто встречали. Желающие увидеть потомка Маклая и людей, как они говорили, из его деревни, заполонили окрестности. Первый день был очень знаменательный. Собралось около 3000 человек. Это были жители 3 деревень. Бонгу, Гаренду и Гумбу. Причем были жители, возможно, даже из других деревень. Потому что, как сказал мне потом один папуас,
Они разослали приглашение своим соседям. Маклай описывал в своих дневниках, что папуасы – они потрясающие актеры. И мне, конечно, я не ожидал, что мой первый сход на берег Маклая, будет разыгран как пантомима. Ко мне навстречу пошел папуас, которого я не знал тогда. Потом оказалось, что это потомок Туя, один из потомков Туя. И он направился ко мне, как со встречи первого Маклая. Протянул руку и смотрел на меня, как будто он никогда в жизни не видел белого человека. Потом сзади на меня налетели папуасы, которые хотели выстрелить меня. Он остановил их, я протягивал ему соль. По их легенде, я протягивал соль. Он попробовал ее, увидел, что нет ничего опасного. Кстати говоря, по легенде Маклая, а точнее по дневниковым записям Маклая, он протягивал ткань. Но суть в том, что они помнят и передают свое видение, свою сторону медали. Это тоже очень интересно. Местное население до сих пор передает из поколения в поколение легенды о Миклухе Маклае. И встреча с членами экспедиции в 21 веке стала для жителей берега Маклая самым ярким событием за последние полтора столетия. Нас встречали как практически представители другой планеты, потому что мы вызывали большой интерес и сильное удивление у людей, которые много слышали о людях из страны Маклая, но большинство из них их ни разу в глаза не видели. Часть острова, которую исследовал Миклухе Маклай, почти не изменилась с тех давних пор. Здесь по-прежнему нет ни электричества, ни промышленности, ничего, что могло бы повлиять на уклад жизни аборигенов. Нас разместили в деревне Гаренду, в одной из семейных хижин. Семья нам предоставила такое право. Это был такой широкий душевный поступок с их стороны. Участники экспедиции приступили к научным исследованиям, которые последний раз проводились здесь более 40 лет назад. Насколько изменилась материальная культура народов берега Маклая за почти полвека? Это предстояло выяснить. А вот то, что Миклухе Маклая здесь помнят и в 21 веке, было понятно сразу после высадки на берег. Сапор Кугруса Маклай. Мы забываем иногда Маклая за 30 лет практически и не помним, и не можем сопоставить, кто такой Маклай в России. А вот папуасы хранят язык. Они хранят некоторые слова, которые внес Маклай. Ну, во-первых, это были первые слова, например, кукуруза. Топор – подтверждение того, что впервые вообще встретился каменный век с металлическими предметами, потому что это было очень ценно. Маклай. Маклаем они называют своих детей. И называют для того, чтобы сохранить память о Маклае. Как тебя зовут? What is your name? Николай. 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 Николай Маклаем. Во время встречи в деревне Гаренду с одним из потомков Туя по имени Ябой Туй, потомку Миклухе Маклая продемонстрировали национальные украшения, которые папуасы используют и по сей день. Это вообще держал Туй. Потрясающе. Путешественников была возможность ощутить настоящий папуасский колорит. Ну вот такая вот зажигалка. 150 лет назад Маклай описывал о том, что при помощи вот таких полен, которые они брали с собой, можно было поджигать всегда костер. Ну и плюс греться. И до сих пор его используем. Вот мы видим, как прекрасный местный житель носит с собой точно так же уголек. Способ приготовления пищи у папуасов многие века остается практически неизменным. Для разжигания традиционного костра они используют скорлупу кокосов. Здесь у нас взорвалась наша портативная газовая плитка. Буквально в смысле, к счастью, никто не пострадал. И теперь мы готовим еду, нашу трапезу вполне по-папуаски. Используем этот замечательный очаг. Вот у меня здесь тушатся овощи, и скоро подоспеет наш завтрак, яичница с местными овощами.
Участники экспедиции мечтали встретиться с потомками Туя. Их оказалось больше, чем можно было представить. К сожалению, не было возможности отправиться вам в гости очень долгие годы. Но спустя столько лет я получил джекпот от судьбы и оказался среди вас. В честь Маклая было названо одно из поселений на побережье, основанное недалеко от мыса Гарагаси. Там живет Асель, старейшина семьи Туя. You look at me, Olsem. All Tui stable backside blow me. Olsem na. You come Olsem, now you look at me. One time you come, I'm thinking more line long, all barata long apia na long apia. Now I'm me, mama, so Olsem you. Come inside, long me pla kuren look na. You yet come up in me also. Me kiss him something. I come me talk. Thank you. Na me ama mas. Me kiss him also. Blong all na me pla sigan na bay. So him also. Асель вместе с остальными жителями деревни Маклая ухаживают за мемориалом в честь Миклуха Маклая на мысе Гарагаси. Он же построил начальную школу, которая также носит имя великого путешественника. Здесь обучаются 150 учеников. Изучают английский и местные языки, культуру и математику. Маклай-младший привез из России книги для школы и русские сказки на английском языке. Папуасы по-прежнему ведут спокойный и размеренный образ жизни. Основное время они проводят рядом с хижинами. Дом для них сам по себе не является крепостью. Это просто место, где можно спать. Так было и во времена Миклуха Маклая. Самое главное, что постройки хозяйственные, жилые, ритуальные сохранились почти неизменно на протяжении 50-40 лет. Они по-прежнему сужаются на своих, по-прежнему из природных материалов и имеют те же самые формы и размеры, что и зафиксировали советские ученые. То есть в этом плане их традиция устойчиво сохраняется. Сохранились у папуасов и традиционные мужские дома, в которых юноши, которые хотели бы вступить в брак, как минимум месяц живут под началом мудрого наставника и проходят специальные обряды. Мы сейчас стоим перед хаус-бой, это святое святых. Здесь проходит процесс инициации молодые парни. Возраст их не определен, это может быть и 14-20 лет. Все это зависит от того, когда семья решила и приняла решение, что он действительно готов к тому, чтобы стать настоящим мужчиной. 3 недели проходит эта процедура, и тайну, что в деталях происходит, нам не открыли. Но то, что мы находимся на территории той, куда никогда не заходила женщина, ни белая, ни местная, никаким образом, это однозначно. Они по-прежнему проводят инициацию юношей, перед тем, как те вступают в брак, проходят все таинства обряда. И более того, некоторые молодые люди возвращаются обратно из христианства, как они говорят, в язычество, потому что они уважают свою культуру, своих предков, свои традиции. Вот он сам дом, который как раз строит тот, кто прошел обряд. Перед тем, как он захочет жениться, вот такой дом сейчас в процессе постройки. Особым уважением в деревнях пользуются старейшины. Для знакомства с современным вождем участники экспедиции отправились в деревню Гумбу. Нас встретил сам вождь деревни Гумбу вместе со своей супругой, провели в дом и начали много рассказывать о том, что же и как устроено их хозяйство. Это то, что они используют регулярно. Все эти вещи они хранят из поколения в поколение. Одежда, безусловно, меняется, и что-то используется в большей или меньшей степени. Но самое важное, что помимо тех футболок, которые им принесла цивилизация, которые они носят шиворот на выворот, у них рядом всегда лежит та одежда, которую они используют постоянно. Это та традиционная одежда, которая полностью открыта и очень удобна для этого региона. Этот барабан называется барум. Это щелевой барабан, сделан он из цельного ствола, из цельной колоды, в которой выдолблена полость. И в отличие от акама, барабана ручного, который используется во время празднества и представления сенсинг, этот барабан сигнальный, он служит для того, чтобы собирать общину, собирать деревню во время каких-то чрезвычайных случаев. Например, если необходимо
срочно встретиться и что-то обсудить, если кто-то умер и тому подобное. Еще одно место, жители которого хранят предания о Миклухо-Маклае – деревня Билбил. Ученый не раз посещал одноименный островок неподалеку от нынешней деревни. И, похоже, в этих местах немногое изменилось с тех пор. Мужчины Билбила, да и других деревень, к примеру, Бонгу, по-прежнему делают свои лодки-долбленки. И рыбачат на них. Казалось бы, простое сооружение. Выдолбленная из дерева лодка, соединенная с поддерживающим ее балансиром. Но если учесть, что для постройки такого судна нужно было повалить дерево, разрезать его на куски, придать нужную форму и выдолбить изнутри, то проникаешься уважением к постройке самого простого челнока. Новичку управлять лодкой поначалу непривычно, а здесь с такой справится любой мальчишка. Жители Билбила также слывут искусными гончарами. Идеально ровные, гладкие горшки они делают вручную, без гончарного круга. Керамические сосуды здесь издавна обменивали на различные товары во многих деревнях залива Астролябия. Так что горшки из Билбила и раньше, и сегодня можно встретить где угодно. Папуасы северо-восточного побережья острова Новая Гвинея в основном питаются овощами и фруктами, сладким картофелем, бананами. Мясо, в основном кур, едят в праздничные дни и готовят к нему удивительный кокосовый соус. Кокосовые пальмы для папуасов – один из важных источников их существования. Используется все – и листья, и скорлупа, и волокна, и сок, и сама древесина ствола. Местные жители ловко взбираются на самые высокие пальмы, используя при этом нехитрые приспособления. Процесс вскрытия скорлупы ореха при помощи мачете-паранга занимает у папуасов всего несколько секунд. Это под силу даже детям. То, что удалось вырастить на огородах, жители деревень ездят продавать на рынок в город Маданг. Это возможность для каждой семьи иметь хоть небольшой, но заработок. Как и раньше, большая часть мужчин и женщин – это семейные люди. Семья для них – это самое ценное, что может быть в их социальной жизни. И только в самых редких случаях, если у человека какие-то серьезные физические отклонения, он может остаться без супружеской пары. Но таких случаев, например, в деревне Гаренду я знал только два. Это были мужчины с физическими дефектами из-за того, что они уже родились такими калеками, потому что их матери в период беременности болели малярией. В настоящее время, несмотря на то, что малярия по-прежнему там широко распространена, от нее можно хорошо предохраняться. Во-первых, существуют определенные препараты, с помощью которых можно предотвратить появление этого заболевания. Существуют различные противомоскитные сетки, всевозможные репелленты. И если быть очень предусмотрительным, то этот регион уже не кажется таким страшным и опасным, каким его обычно представляют. Особой датой на берегу Маклая стал день, в который отмечалась 146-я годовщина высадки великого путешественника на остров Новая Гвинея. Потомок ученого Миклухо-Маклай-младший именно в этот день решил устроить телемост между Папуа-Новой Гвинеей и Россией. Для участия в нем на этот праздник впервые прибыл Гранд-Чиф, сэр Майкл Самаре, человек, которого называют отцом нации независимого государства Папуа-Новая Гвинея, и буквально носят на руках. Идея видеосвязи между двумя такими далекими странами поначалу казалась нереальной. Не очень все верили, что это возможно. Меня поддержала ТАСС в северо-запад. В первую очередь нам нужно было понять, возможен ли сигнал, вообще сигнал с этого берега, потому что там можно передать СМС, но уж телетрансляцию практически невозможно. В этом помог мне сэр Питер Бартер. Они тоже сказали, что сигнал достаточно слабый. И они принесли специальное оборудование, которое усиливало сигнал в этот момент, для того, чтобы провести эту конференцию вот в течение буквально часа. Мы можем пытаться наладить обмен туристами и обмен регулярными посещениями между жителями наших двух стран. Вот то, что мы сделали, мы показали, ну, может быть, 20-30 минут, но мы показали реальную картину берега Маклая в тех джунглях, фактически, в которых мы находились, и соединили ее с Россией.
Этот день во многом стал знаковым. По просьбе Николая Миклуха-Маклая-младшего жители деревень собрали для него ритуальные и бытовые предметы, которые использовали сами и которыми пользовались еще их предки. Так же, как больше века назад папуасы приносили их к хижине знаменитого путешественника, когда тот формировал свою научную коллекцию. Bartar belum mipla so, you kan lukim mipla lo area belum mipla so, this time pun putih lo neck blue you emboy kimose go, erosim lo erasia na putih minset lo room blue you nempas tap so, you bartar lewa belum mipla so, me putih lo nempas tap posem. Тоже они говорят, что, пожалуйста, заберите это все с собой в свои холодные места и вспоминайте о ваших родных, которые живут здесь, в Гаренду. Да, спасибо вам большое. Thank you, true. Это самый дорогой подарок, и эту культуру я буду стараться сохранять и вместе с вами. Важным достижением экспедиции, я считаю, сбор коллекции предметов материальной культуры и искусства папуасов деревни Гаренду. Самое интересное, что большинство этих предметов очень напоминают те предметы, которые собирал еще Николай Николаевич 150 лет назад. Жители Папуа-Новой Гвинеи получили возможность увидеть фотографии тех самых предметов, а также рисунков из коллекции Миклуха Маклая-старшего, хранящихся в Санкт-Петербургской кунсткамере. Российская экспедиция открыла выставку в Университете Божественного Слова в Маданге. Экспедиционная работа в Папуа-Новой Гвинее закончена, а команда исследователей во главе с Николаем Миклухом-Аклаем-младшим отправилась в Австралию. Дипломатические связи между этими странами были установлены в 1975 году после обретения независимости Папуа-Новой Гвинеи. Сегодня Австралия их главный экономический партнер. Наши связи, наши отношения развиваются все быстрее и становятся все более тесные. Около 5000 австралийских фирм представлены, активно работают в Папуа-Новой Гвинее. Около 10 тысяч австралийцев живут, работают там. Мы предоставляем гуманитарную и экономическую помощь где-то в составе 540 миллионов долларов в год. В Австралии была задача посетить места жизни и научной деятельности ученого. Здесь, на зеленом континенте, Миклуха Маклай основал биологическую станцию на берегу залива Уотсон-Бэй. К сожалению, сейчас она не используется как биологическая станция. Но все интерьеры и все абсолютно внешне сохранилось, как и раньше. И сохранилось благодаря тому, что, опять же, она сдается на длительный срок одной из компаний, и там могут жить люди. И нам повезло, мы позвонили туда, и нам открыли двери. И как моя тетя говорит, поскольку мы дозванивались вместе с ней, открыли, потому что услышали русский акцент. Они все-таки живут там, где русский ученый создал эту биологическую станцию. В Сиднее сохранился уникальный дом Миклуха Маклая, расположенный рядом с живописным заливом. Along with the now Russians, we revere and understand why he is such an important man. And just wish that was shared by others. And so we really greatly appreciate this association with Nikolai and the house, which we've spent our lives restoring in a fit of madness, but is now restored and the garden's restored. В 80-х годах прошлого века застройщики хотели снести здание. Незадолго до этого семья Салливан, Джанет и Колин стали хозяевами дома. Узнав о том, что в особняке жил великий путешественник, они решили сохранить дом. Джанет писала письма Горбачеву, в МИД Австралии и МИД СССР и добилась своего. Сегодня дом под охраной государства. Кроме того, Джанет инициировала создание небольшого парка, которому было присвоено имя Миклуха Маклая. Сегодня в столице Австралии, а также в городе Мельбурн, проживает семья потомков великого русского ученого. Среди них Джейни Маклай, вдова Пола Маклая, внука Николая Николаевича. Эта экспедиция
она открыла возможность еще и пообщаться с родственниками, приобщиться к своей личной истории и в то же время истории Маклая. So, Nikolai McLuhan Maclay had the two sons, my grandfather Alex, and his younger brother's name was Vladimir. I believe Vladimir had two sons named Kenneth and Robert, and they had also children who live in Australia now. Unfortunately, I didn't meet them, but they are still there in Australia. And I have three children, and they are all grown up, and they have, and my daughter only has two children. The boys don't have children yet. Hi, I'm Samantha. I'm the great-great-granddaughter of Nikolai McLuhan Maclay. Growing up, I was always aware that my great-great-grandfather was a famous Russian explorer. So that was very interesting, and I've found the founding of the Nikolai the McLuhan Maclay Foundation to be a very inspiring and interesting thing, and something that I would like to be a part of going forward. And in fact, I would very much like to visit Papua New Guinea at some point in the future. Австралийский фонд архива Миклуха Маклая хранится в Митчелловской библиотеке в Сиднее. Здесь потомок великого путешественника обнаружил документ, подтверждающий переименование северо-восточного побережья Новой Гвинеи в берег Маклая по праву первого европейца, высадившегося на нем. Позже это название было утрачено, но уникальная находка позволит восстановить историческое имя на картах Папуа-Новой Гвинеи. В библиотеке хранится портрет Миклуха Маклая кисти художника Алексея Корзухина, написанный в 1886 году в Сиднее за 2 года до смерти этнографа. Портрет лишь изредка показывают широкой публике, но для членов семьи его специально достали из хранилища. Участники экспедиции побывали и в крупнейшем университете страны, в котором находится музей Уильяма Маклея, общественного деятеля и ученого, друга Маклая-старшего. В этом музее хранятся предметы, связанные с великим путешественником. Я думаю, что австралийские ученые очень высоко ценят вклад Миклуха Маклая. Я посоветовался даже с некоторыми, в том числе в Австралийском музее в Сиднее, и говорят мне, что до сих пор пользуются его рисунки, замечания, результаты его анализы. It's so great to learn about Maclay and the work of the Maclay Foundation, because it is imperative that we conserve and protect this early cultural history from the Pacific region, so it's not lost. We really hope that this expedition undertaken by the Maclay Foundation to Papua New Guinea and now their visit to Australia helps shed new light on the importance of Maclay's work and the collection, and we really hope to collaborate in the future. В музее Сиднейского университета удалось увидеть герб семьи Маклаев. Вот мы сейчас видим камень уникальный, потому что Маклай, ну, во-первых, восстановил фамилию, если сделал ее Миклуха Маклай. До этого семья носила фамилию Миклуха. А здесь мы видим перечеркнутые две буквы М, фактически в виде герба, потому что на геральдическом таком непосредственно камне это находится. И раньше это было на биологической станции до 1994 года. А потом, поскольку станция была закрыта, его перевезли сюда, это в Сиднейский университет, музей Маклея. Дотрагиваясь до этого камня, я чувствую... Чувствую, как мурашки бегут по телу. Первая в новейшей российской истории научно-исследовательская экспедиция по следам знаменитого путешественника и ученого-гуманиста Николая Николаевича Миклуха Маклая состоялась. И сегодня уже вошла в историю. Время подводить ее итоги. Та команда, которая собралась, она выполнила задачу на 100%, я считаю. Еще впереди много трудов, которые она опубликует. За время экспедиции была собрана уникальная коллекция материальной культуры берега Маклая. Всего 56 предметов. Все они были подарены потомками тех, кто лично знал Миклуха Маклая-старшего еще в 19 веке и кто проживал в тех же деревнях – Гаренду, Гумбу, Бонгу.
14 предметов пополнили коллекцию Кунсткамеры. Один предмет – Музей антропологии Московского университета. Один предмет передан Музею Мирового океана. 40 предметов стали частной коллекцией, которая будет демонстрироваться в музеях мира. Вот это один из барабанов Акамов. Это потрясающий вообще барабан, конечно, который до сих пор используется. Вот эти клыки – это клыки дикой свиньи. Их носят мужчины, украшения, оно одевается на шею, вот таким вот образом здесь вот располагается. Потрясающе вообще. Микуха Маклай не готовы были поменять даже на топор, хотя они не знали раньше о существовании железа. То есть он встретился с людьми каменного века. А вот это, например, модель барума. Сейчас они делают барум. Барум – это большой барабан, который созывает всю деревню. И этот же барабан также так сейчас присутствует в деревне. А вот, это очень ценный подарок, именно отличающий жителей деревни Горенду. Это клыки собаки. И вот именно вот эти клыки собаки одеваются, и, как мне сказали, тебя всегда узнают, что ты из Горенду по этому украшению. Я буду надеяться, что так и будет. Это блюдо, которое мне подарил потомок, один из потомков семьи, Туя, первого папуаса, который встретил Микуха Маклая. Представляете? Вот он проходил, когда процесс инициации, ему потом подарили это блюдо. И это блюдо является во многих семьях выкупом за невесту. Это очень ценное блюдо. В некоторых случаях, говорят, это наши деньги. Вот эти вот традиции, они сохраняют до сих пор. И вы знаете, нам бы поучиться, потому что если мы сейчас попросим кого-то одеться в национальный наряд, то с трудом мы найдем даже магазин, где это продается. Поэтому мы должны помочь им, конечно, это сохранить. И вот эту коллекцию мы сейчас планируем показывать по миру, потому что она действительно очень востребована. Мы можем показать то, что было и то, что стало, и практически ничего не изменилось. Но даже по возвращении в Россию научно-исследовательская работа не закончилась. В Санкт-Петербурге, городе, где жил великий путешественник и ученый, и в наши дни есть возможности для открытий. Я сейчас еду к человеку, который позвонил и сказал, что у него есть записи Путилова. А Путилов – это человек, который записывал фольклор Папуа Новой Гвинеи после первой экспедиции. Что меня ждет, я не знаю, потому что потрясающие какие-то пластинки, которые делали в советское время, мне неизвестны. Я должен сегодня увидеть. Ну вот, мне кажется, это здесь. Так, где же эта парадная? По-моему, там. О, здравствуйте, Геннадий Павлович. Рад вас видеть. Геннадий Павлович Любимов – опытнейший петербургский звукорежиссер с почти полувековым стажем. Он не раз общался с легендами, записывая уникальные спектакли или живые голоса поэтов. Через его руки прошли 700 грамм пластинок, в том числе та, которую он готовил к выпуску, обрабатывая записи, привезенные из Новой Гвинеи. Пройдите за мной, я вам все покажу. Вот это работа, которую хочу вас познакомить с моей работой, совместно с автором этой идеи, исполнителем Путиловым Борисом Николаевичем. «Ритмы островов Океании по следам Микуха Маклая». Это вот та экспедиция, которая вот советская была в 1971 году. Ух ты, потрясающе, прямо мелодия, Ленинградский завод. «Ритмы и музыка Океании», «Деревня Бонгу». Многоуважаемый Геннадий Павлович Любимову, на память о совместной работе за отлично исполненное дело. Борис Путилов, 5 января 79 года. Геннадий Павлович, а почему все-таки вы мне решили позвонить передать? Я знал, что это большая редкость, что это в городе в Ленинграде никого такой записи нет, поэтому позвонил вам, чтобы сохранить это все потомкам. Послушаем? С удовольствием.
Вы слышите, как накатывают волны на берег. Это всего в нескольких десятках метров от того места, где когда-то стояла хижина Миклуха Маклая. А это звуки тропического леса, который, как и 100 лет назад, подступает прямо к мысу Гарагаси. На деревенской площади идут традиционные папуасские пляски. 8 мужчин и 1 женщина участвуют в них. Пояснительный текст читает сам Борис Путилов. Его голос звучит строго. Чувствуется, что автор сосредоточен. Эта экспедиция стала для специалиста по мировому эпическому наследию, фольклориста и путешественника, знаковым событием в жизни. Благодаря Борису Путилову и, конечно, Геннадию Павловичу Любимову, мир услышал звуки далекой Новой Гвинеи так, словно их барабаны звучат прямо под окном. Сравнивая то, что мы видели с описаниями, оставленными Миклухом Аклаем, я твердо убеждаюсь, что это те же самые пляски, и в них мало что изменилось за 100 лет. Я обязан был побывать в Пушкинском доме. Именно в этом доме хранятся коллекции Путилова, человека, который собрал фольклор с острова Новая Гвинея, именно с экспедиции, в которой он был, советской экспедиции, более 40 лет назад. Именно там хранится огромнейший багаж вот этих знаний и фольклора именно, который не собирался и не записывался никем, кроме Путилова. 10 лет. С 1957 по 1967 годы Борис Путилов работал в Пушкинском доме заведующим секцией фольклора, а затем перешел в Институт этнографии и антропологии имени Миклуха Маклая, Кунсткамеру. В этот период его и включили в состав научной экспедиции в Новую Гвинею. Большое спасибо вам, Николай Николаевич, за то, что вы возрождаете интерес к культурному наследию вашего предка. Я думаю, что это очень важно, очень современно. Для того, чтобы понять, какие вот наше национальное самосознание, что какими мы были великими и какими мы должны быть. Важно не только для 20 века, 21-го, какого угодно. Важно, чтобы людям, в их, ну вот молодым людям, новым людям, была открыта фигура и достижение Миклуха Маклая как того человека, который открыл вот эту истинность бытия человека на земле, его связь с землей. Такую родовую, такую точную. Это в чем хотите, не только в обрядах, не только в лицах, не только в удивительных выражениях лиц. Это в интонациях песен и обрядов, которые тоже идут от земли. Это очень важно людям в любом веке. Для того, чтобы организовать экспедицию, я создал фонд сохранения этнокультурного наследия имени Миклуха Маклая. И именно цель и задача этого фонда – это популяризировать, рассказывать о наследии Миклуха Маклая, его гуманистических идеях. Я не ожидал, что интерес будет так велик, потому что после экспедиции, помня о Миклухе Маклае, людям стало интересно, как же там сейчас. И вот мы сейчас начали проводить огромное количество лекций. Мы провели сейчас выставки, дети интересуются, начали готовить письма папуасам. Мы встречаемся, организовываем мероприятия, которые вот назвали «Миклуха Маклая. 21 век. Ожившая история». Все это позволяет действительно вспомнить, напомнить людям о Миклухе Маклае, напомнить о своих правильных ориентирах. Прошедшая экспедиция – это самое начало. Теперь я только это понимаю.
когда эффект потрясающий, когда огромное количество людей заинтересовалось этими идеями, и белый снег, который вот у нас есть в России, это как белое полотно, на котором мы сможем написать все то, что мы хотим. И планов огромное количество, их очень много. Николай Миклуха-Маклай мечтает о новых экспедициях в Папуа-Новую Гвинею, чтобы воплотить в жизнь ценные и до сих пор актуальные идеи великого путешественника, наладить тесные и регулярные взаимоотношения с Папуа-Новой Гвинеей и создать особый этнографический заповедник в этом уникальном уголке планеты. Там, где однажды высадился человек с Луны. Папуа!